Доставка топливно-энергетических ресурсов в отдаленные села Абыйского района идет в плановом режиме. Для нужд дизельных электростанций из запланированных 1100 тонн дизтоплива завезли 360 тонн, это 32% от необходимого объема. Водители работают посменно. Работаем в две смены. Один водитель возит на Абый, другой водитель возит на Цыганах. Ну, дорога не очень, бы сказать, чтобы такая хорошая, но по что имеем, по этой дороге и ездим. По сравнению с прошлым годом, конечно, была лучше. Но завести в общей сложности где-то примерно, я только скажу, потому что я не начальник, где-то 1100 тонн в общей сложности по всему району. Завезли только где-то всего тонн 100, может, и то, наверное, меньше. Вот только недавно начали возить.